Мечеть в селе Тахтаджами практически готова. Так она выглядела до начала реконструкции. Мусульманская святыня находилась в аварийном состоянии, и в 2019 году ее закрыли на капитальный ремонт. Местные жители собственными силами начали ремонт святыни. Благодаря тысячам неравнодушных за 4 года удалось собрать 10 миллионов рублей, которые уже реализованы. В мечети Абубекир Джамисы была проведена колоссальная работа. Ее практически заново построили. 2019 yılından 2021 yılına kadar caminin iç tarafını yaptık, tamamen tamirini. Biz Ağustos ayında, elbette ki 2021 yılında ibadetgahını açtık. Cumalar başlandı kılınmaya, 5 vakit namazlar kılınmaya başlandı. Fasat meselesi de inşallah aman aman hazır. Elbette ki ayrı şekilde 2019'dan bu güne kadar 2023 yılına kadar bütün bizge yardım etken vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Kat kat olarak sevaplarını kaytarsın inşallah. Но у мусульманской святыни остался долг перед рабочими, которые выполняли фасадные работы. Также необходимо сделать ремонт минарета и облагородить двор. После того, как мы закроем вопрос по зарплате фасада мечети, это порядка 300 тысяч рублей, мы перейдем непосредственно на облицовку минарета. В будущем что у нас планируется? Подвод газа, у нас сделано отопление, но у нас стоит техническая документация по газу, непосредственно подключение газа и подключение к системам отопления после всех контуров. Для полного завершения реконструкции мусульманам необходимо еще 2 миллиона рублей. Абубекир Джамисы – это единственная мусульманская святыня в Тахтаджами. Она находится на трассе Ахмеджит-Ялта и приветствует путников. Помочь местным жителям завершить ремонтные работы можно, перечислив средства по реквизитам.